мы проходим Анечков мост. Здесь вот столько зрителей собралось. Это какой-то праздник, все нас приветствуют. Вот такая у нас маленькая-маленькая Венеция. Продолжаем. Мы с Рексом продолжаем следить за порядком на саппараде. И пока я могу... Все идет отлично. Так, сейчас заходим под мост. А-а-а, все начинают кричать тут. У-у-у! Давайте кричать! Такая атмосфера. Идем дальше. Его зовут Рекс. Да. Так, а мы идем под Анечковым мостом. Боже, как здесь прохладно. Сейчас выходим снова на солнце. Сейчас, оп, оп. И вот там Анечков мост. Вот такая здесь красота в самом центре Санкт-Петербурга. Фонтанка Сав. А здесь нас подкармливают печеньками, водой, какими-то вкусняшками. Ой, как приятно! Вот так нас поддерживают, вот, чтобы мы доплыли. Сейчас подходим к Исаакиевскому собору. Вот такая здесь атмосфера карнавала, праздника на воде. Рекс в полном порядке. Продолжаем наш карнавал. Так, мы с Рексом подходим к Спасскому Кровицкому на реконструкции. Очень много сегодня гостей города, которые нас приветствуют. Мы выходим из последнего моста, впереди нас ждет финиш. Здесь вот так все украсили, играет музыка, нас встречают. Сейчас будем выходить на воду, парковаться и продолжать дальше наш праздник. Впереди еще очень много конкурсов, подведение итогов, конкурс на лучший костюм. И, конечно же, мисса будем выбирать сейчас. Thank you.